Здравствуйте, дорогие друзья, меня зовут Мария, и это новое видео о покупочках из магазина Fix Price. Это первая закупка марта, и чем я хочу с вами поделиться, точнее сказать, что я расстроена, что в марте, к 8 марта, данный магазин новинок особых нам не представил. Но посетила вчера магазин, кое-что для дома, для семьи я купила. Первое, что я купила, это вот такие два контейнера, которые в комплект которых входит один контейнер на 0,7 литра и 1,2 литра. Вот такой они упаковочки. Стоят они 50 рублей. Очень удобные. Я уже одни открыла, правда, синенькой крышечкой. Крышка держит плотно. В принципе, очень удобно в быту. Также я купила два новых вида шампуня. Они только сейчас появились у нас в магазине. Это шампунь для объема и сияния с коллагеном, каротином и кератином. Написано, что бережно очищает волосы, создает эффект ламинирования, придает объем, блеск и гладкость. Объем данного флакона 500 миллилитров. И также второй шампунь, роскошный шелк, активное питание, укрепление и блеск. Подходит для всех типов волос, с маслом жожоба, карите. Также объем 500 миллилитров. Шампуни данные я попробую и потом вам отпишусь, понравились они мне или нет. Также из, скажем так, мыльно-рыльных покупочек был куплен вот такой мужской дезодорант Deonica for Men. От влаги, неприятных запахов, от бактерий, от пятен на одежде. И также он не вызывает раздражения. Написано, что не содержит спирта и парабенов. Муж попробовал, ему понравилось. Аромат очень приятный. Также стоил он 50 рублей. Еще новиночка нашего магазина. Это вот такая гиалуроновая кислота в виде геля. Уже про гиалуроновую кислоту говорили все и вся. Так что я вот увидела, решила попробовать. Написано, что интенсивно увлажняет кожу. В составе вода. Гиалуроновая кислота, еще какие-то добавочки. Ну, написано по-английски. Я как бы не очень разбираюсь, поэтому, кто разбирается, вот вам, девочки, состав поближе. Попробуем, также я вам отпишусь. Из бытовых покупок были куплены, как всегда, вот такие салфеточки Bon Home. Салфетки универсальные, 6 штучек. Очень хорошо их использовать при уборке. Мне они очень нравятся. В магазине Fix Price стоят они 25 рублей. Так, в магазинах, например, Магнит, Магнит Косметик, они стоят около 40 рублей. Так что тут очень выгодно. Далее из бытовой покупочки была куплена вот такая красивая щеточка для одежды. Бирочки, правда, нету. Щетка с жестким ворсом. Очень хорошо чистить пальто. Не оставляет зацепок, несмотря на то, что она жесткая. Такая бытовая мелочь. Далее, что меня порадовало, это новинка магазина. Вот такая форма для выпечки. Круглая. Размером диаметр 30 сантиметров и высота ее 3 сантиметра. Цена товара, как вы видите, 99 рублей. Силикон очень плотный. Мне кажется, будет хорошо в ней готовить пироги. Я хочу попробовать делать в ней пиццу, потому что размер очень удобный. И я думаю, мы сделаем видео, как мы готовим пиццу в этой форме.
И еще из бытовых принадлежностей, точнее кухонных принадлежностей, были куплены вот такой набор металлических губок от фирмы Bonhomme в составе 4 штуки. Без металлических губок на кухне вообще никак. Очень хорошо удаляет нагар на кастрюльках, сковородках с внешней стороны. Изнутри кастрюль, конечно, я вам не советую ими чистить, иначе повредится покрытие. И кастрюльки, сковородочки будут безнадежно потеряны. И также еще одна покупочка у меня была из продуктового отдела. Это паштет из мяса индейки. Берем его мы уже не первый раз. Паштет очень нежный, вкусный. Состав очень хороший. Сейчас я вам покажу. Вот в состав входит говяжья печень, свинина, вода, мясо индейка, механической обвалки, маргарин, лимонная кислота, лук, ну и несколько Е. Ну, как всегда, без Е никуда. И самое интересное, данный паштет, он достаточно малокалорийный, всего 268 килокалорий на 100 грамм. И, кстати, стоил такой паштет 25 рублей баночка. Ну что ж, друзья, вот и все мои покупочки за первые дни марта. Кому понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, буду признательна вам за комментарии. Пока-пока, до следующих видео.